последний день праздничной недели в городе подвели итоги конкурса «Белгород. Лучший, любимый наш». Организатором выступил Департамент по развитию городских территорий. Мы поощряем тех людей, которые своими руками делают наш город краше, уютнее и благоустроеннее. Этот конкурс показывает добрососедские отношения, укрепляет дворовое содружество, территориальное общественное самоуправление. И мы рады подвести итоги и сегодня поздравить и наградить победителей. В номинации «Лучший белгородский дворик» победил двор по адресу Мичурина, 41А. Председатель местного ТО Татьяна Власова признается, что в прошлом году их подъезд уже получал похожую награду. Это так вдохновило жильцов, что с того момента среди них стало еще больше единомышленников. Сама же женщина руководствуется старой пословицей «каково на дому, таково и самому». И цветы, и все посадки, и все, что там есть, это сделано не в стремлении победить где-то и где-то участвовать, а просто хочется, выходя из подъезда, чтобы глаз радовался и наш, и соседей, и мимо проходящих граждан города Белгорода. Лучшим советом территории был признан совет округа номер 4. Председатель Лилия Рыжкова считает, что главный секрет успеха их округа – в инициативности самих жителей. Мне не безразлично, как живут люди у нас на округе, на 4-м округе. Они на самом деле активные, они хотят быть лучшими и стремятся быть лучшими. Я не могу их подвести, поэтому мы будем участвовать во всех конкурсах. Одним из таких жителей является Александр Манин. Свою общественную активность мужчина объясняет желанием самому жить в чистом, ухоженном месте и сейчас гордится достигнутыми результатами. Если просто подойдете к нашему дому, увидите, у нас цветы, у нас шлагбаум, у нас красиво, у нас консьержки, у нас ковры и у нас очень хорошие люди. А сколько деревьев у нас, цветов, приходите, посмотрите. Жительница дома номер 9 на Есенина Елена Мокова украсила балкон общего пользования на своем этаже цветами, заняв первое место в соответствующей номинации. Сама женщина приехала в Белгород с севера 4 года назад и признается, что, увидев в городе такое разнообразие цветов, сразу же захотела обустроить и свой маленький уголок. В такое сложное время просто хочется, чтобы у людей была отдушина, какая-то яркая краска, краска природы, которая может заполнить вот что-то трагическое или что-то неприятное. Победители получили почетные грамоты и денежные сертификаты на дальнейшее развитие своего дела. Сам конкурс является частью исполнения политики по укреплению добрососедских отношений между горожанами. Никита Мигулин, Антон Некрасов, Денис Бабков, Белгород Медиа.